В этом году французские виноделы ожидают плохого урожая, а значит и сокращение производства вина. Почти на 10% по прогнозам Министерства сельского хозяйства. Причина в необычных холодах, державшихся во Франции всю весну и начало лета, которые сменили зной и палящее солнце. Видите, земля совершенно сухая, даже в глубине. А вот последствия этого для винограда. Смотрите, грозди частично или полностью почернели, сгорели от жары, жалуются Жером Дюран, виноградарь из провинции Коньяк. Одним из наиболее пострадавших винодельческих регионов оказалась Шампань. Там производство может сократиться на треть, еще хуже обстоят дела у виноградарей в долине Луары. В результате ожидается, что Франция снова окажется позади своего основного соперника Италии, которая в прошлом году стала мировым лидером в виноделии.